Конечно, у тебя здесь просто королевство пионов, более 300 сортов. Для них самое главное, чтобы перезимовали цветочные почки, которые закладываются осенью. Летом пионы трогать не следует ни при каких обстоятельствах. Есть какие-то насекомые, которые вредят пионам? Какая-нибудь пионовая тля? Наташ, ну самое важное, все хотят иметь такие роскошные кусты. Для этого нужно использовать определенную агротехнику. То есть знать, когда удобрять, чем удобрять, чем поливать, чем опрыскивать, болезни какие-то. Вот эту всю историю расскажи. Ну, это достаточно объемный такой пласт информации. Да, да, если так вот очень скромно, быстро, то самое главное подготовить правильную землю и выбрать правильное место для посадки пиона. Да? То есть пионы сложно убить. Но если мы их посадим в кислый торф, в кислые такие вот торфяники земли, да, они не любят кислых почв. Вот у меня, кстати, мне бы в этом плане повезло, почвы щелочные, это для пионов, конечно, хорошо. И они, конечно, категорически не выносят застоя воды. То есть если у вас близко грунтовые воды, то, может быть, вам стоит отказаться от пионов или высаживать их на высокие грядки. Вот это, наверное, основное. Ну и потом пионы для того, чтобы вырастить каждый год, наращивать такую достаточно объемную листовую цветочную массу, конечно, им нужно кушать хорошо. Поэтому изначально нужно подготовить правильно землю. То есть нужна хорошая земля. Там должно быть много перегноя, желательно конского. Ну и, собственно говоря, давайте так. Вот перегной, если... подожди. Ну, давай. Перегной, желательно конский. Да. Давай называть вещи своими именами. Мы говорим о навозе. Да, мы говорим о перепревшем навозе, это конский перегной, вот это вот мы можем туда добавлять. Грубо говоря, идеально взять землю из парника. Ну, землю из парника, надо для этого построить парник, заиметь в нем землю, имеется оттуда его взять. Хорошую землю с большим количеством гумуса, скажем так. Вот. Просто вот этот вопрос не праздный, а навозе, он прямо вот витает постоянно где-то в воздухе, потому что я всюду кладу навоз, все прекрасно растет. Другие говорят, пионы, навоз, цветы, да вы что с ума сошли? Свежий навоз категорически нет. Я еще раз говорю, я говорю о перепревшем. Перепревший конский навоз, это в идеале. Коровье его, в общем-то, тоже можно, но опять-таки только перепревший. Естественно, мы не кладем свежий навоз под пионы, потому что тогда все грибные болезни сразу в гости к нам. Ах, вот оно в чем Конечно. Дело. То есть это опасность не перекормить, не Нет. передать азота. Передать азота и отсюда ослабить растения, и придут все болячки, которые только есть в нашем климате, конечно, от этого. То есть мы ослабляем растения. Вот чем это опасно. Да. Хорошо, когда? Что когда? Когда мы начинаем подкормки? Когда первая, когда следующая, когда последняя? Значит, ну, в идеале сделать нужно 3 подкормки. После того, как пионы появляются, мы можем делать это и полным минеральным удобрением с микроэлементами, да, ну, в общем-то, я не буду фирмы называть, у каждого они свои любимые. То есть я по фазам. Значит, когда только пионы вылезают из земли, ну, отрастают где-то сантиметров на 10-15, это вот первая подкормка. Вторая подкормка перед цветением, когда вот они на бутонок, это вторая подкормка. И, наверное, самая важная подкормка – это после цветения. То есть, если вы не успели сделать две вот эти первые подкормки, это будет не так страшно, если вы не успели сделать эту последнюю. А у нас часто бывает, мы налюбовались пионами, они отцвели, мы их обрезали, цветоносы, я имею в виду, и забыли про них. Нет, потому что цветочные почки на пионах закладываются именно вот в этом году после цветения. Поэтому как мы их покормим и как они будут жить после того, как они отцвели, так они и будут цвести на следующий год. Ну, конечно, они, в принципе, отдали своему цветку все питательные конечно. Вещества. Конечно, да, и надо восполнить этот запас. Я когда-то рассказывала про землю, забыл задать такой вопрос. Я все возвращаюсь к мифам, потому что Давай. Мифов очень много, и очень многие, ну, на них основываются, и посадку пиона в том числе. Я слышал два таких мифа. Под пион нужно зарыть кирпич, и второй,
старую галошу. Не знаю, где сейчас можно найти старую галошу. Ну, я не знаю, на чем это основано, но это реально существует. Ну, Кир, слушай, про галошу я даже не слышала. Галошу? Не знаю, не могу ответить. А кирпич, ну, это, я думаю, что, видимо, какой-то элемент дренажа. Ну, я уже, наверное, в 101 раз буду говорить, извините меня, если для кого-то это банальность, что если мы выкапываем яму и кладем туда галоши, кирпичи, камни, то это не значит, что мы сделали дренаж. Мы сделали дренаж тогда, когда мы из этой ямы отвели воду. Только так будет дренаж. Потому что вот эти все камни на дне, это просто у нас глиняный стакан с камнями на дне с водой. Ясно. Ну, в общем, это не горшок. Земля – это не горшок. Да, там не насыпешь, да. Обязательно, да. Если у нас, еще раз говорю, тяжелые глинистые почвы, близкие грунтовые воды, то отвод воды это должен быть. Именно правильно сделанный дренаж из каждой ямы. Галоши с кирпичом не помогут нам, ничем, никак. Нет. Вот. По поводу посадки глубины, когда мы деревенку сажаем, на самом деле еще очень важно правильно посадить ее в плане высоты под землей. Вот в условиях Ленинградской области мы вот методом проб и ошибок пришли к тому, что мы должны сажать где-то на 7-9 сантиметров ниже уровня земли, вот эта верхняя почка должна быть. Вот это очень важно, потому при условии, что яма у нас утрамбована, и вот старые садоводы не зря говорят, что ямы мы должны готовить там заранее, да, ну, как правило, у нас это не получается, поэтому мы хотя бы ногами как-то все это должны утрамбовать и посадить, чтобы пион не провалился потом дальше. Еще такой момент, лучше, конечно, посадить пион чуть глубже, чем чуть выше, да, поэтому он все равно через какое-то время выйдет, вернее, почки вылезут, он будет цвести, просто мы тем самым, ну, замедлим цветение, да. Может, есть такие причины, когда мы пион слишком глубоко посадили, он может не цвести. Слишком высоко посадили, он тоже не будет цвести, потому что вот эти наши замечательные питерские качели за сутки зимой. Температурные. Да, минус там 25, да, вот это вот может, в общем-то, сказаться негативно на них. Тогда перейдем к самому интересному – болезни. Есть они. Не так много, как, может быть, на других растениях, но есть. Вот главная, конечно, беда Ленинградской области – это ботритис. Можем посмотреть, как это выглядит, я покажу, потому что климат у нас влажный, соответственно. Это грибковое заболевание, наверное, самое такое вот действительно часто встречающееся. Ну, лечение какое-то есть от него? Спасение? Да, это профилактика. Это профилактика там, с медьсодержащими препаратами. То есть, конечно, это нужно постоянно делать хотя бы раз в сезон. А бордоская жидкость? Можно, да, да, можно бордоскую. Кто-то верит в фитоспорин, пожалуйста, фитоспорином для профилактики. Но тогда это уже более часто. Ну, это опрыскивается лист или это вносится? Это можно и под корень, и по листу, да. Ага, то есть можно обработать и корень. Да. Например, при посадке заранее, может быть. При посадке тоже как можно. Луковица, может, можно замочить в чем-то? Да, корень, да, да, можно и так сделать. Это тоже, в общем-то, не будет лишним. Так, еще по поводу не болезней, а удобрений. Давай, очень любят золу. Поскольку пионы любят щелочные почвы, поэтому зола – это тоже одно из основных удобрений, которые мы должны вносить в посадочные ямы. Но здесь может быть не только зола, здесь может быть и доломитовая мука, здесь может быть и костная мука, здесь может быть и кровяная, в общем, все вот эти. То есть можно прямо в посадочную яму? Рогокопытный шрот не можно, нужно. Вот это все добавлять нужно, это очень любят пионы. Отлично, отлично. Дальше по болезням. Моя любимая болезнь – мозаика на пионах. Да, загадочная. Очень красивая. Загадочная мозаика. Ну и, опять же таки, существует такой определенный дискурс. Одни говорят, боже мой, это страшный вирус, скорее выбросить, яму прокалить, все сжечь, напалмом засыпать, ужас. Другие говорят, да, сидит у меня эта мозаика 10 лет, и прекрасно цветет пион, и, собственно, и листики красивые, малахитовые. Слушай, ну, поскольку у меня коллекция, конечно, я отслеживаю это, да, потому что, в общем-то, велика вероятность того, что это может быть передаст на другие кусты, что, в общем-то, конечно, очень будет обидно. Есть такой питомник, который достаточно часто продает пионы, очень активно. Вот у меня нарекания к этому питомнику, что, в общем-то, достаточно большое количество вирусных пионов оттуда приходит к нам в страну.
Что хочу сказать. В общем-то, если проводить какие-то аналогии, то, наверное, мы все заражены герпесом. Да? Все люди заражены герпесом. И тут уже только будет зависеть от иммунитета твоего личного. Проявится эта болезнь или нет. Собственно, то же самое и здесь. Мы на 100% не будем знать, вообще заражен пион вирусом или нет, потому что он может не проявляться и при этом быть зараженным при высокой агротехнике. Да? Как только пион будет ослабевать, как только будет он ослабевать, особенно это очень часто бывают вот эти вот вирусы проявляются, когда наблюдается первое цветение у молодого куста. Пион много сил тратит на цветение, он еще достаточно слабый, и тогда мы можем видеть вот этот вирус, и, конечно, тут уже каждый решает сам. Но надо сказать, что на цветение это не очень сильно влияет. В общем-то, пионы цветут, выдают полноценные абсолютно, даже при вирусных листьях, они выдают полноценные цветки. Ну, вот скажи, смотри, значит, правильную агротехнику мы соблюли. Да. Пион у нас подкормлен, правильно посажен, появилась мозаика, на одном листике. Угу. Что мы делаем с этим листиком? Мы листик этот убираем? Мы убираем куст. Мы убираем куст. Естественно, если мы видим, что лист мозаики есть, то бесполезно убирать листья, бесполезно выдергивать стебли. В общем-то, нужно убирать куст. Ну, вот по поводу заразности, как передается вирус? Вирус передается через инструменты, то есть через обрезку и через насекомых, которые сосут соки. Вот если, например, с вирусного листа они сосут или со здорового листа на одном кусте, то есть вирус содержится именно в том листе, в котором проявляется мозаика? Нет, он содержится во всем. То есть весь куст уже? Естественно. То есть убирать один листик бессмысленно? Абсолютно бессмысленно. Если просто у нас все кусты в мозаике, то можно, наверное, жить и радоваться, и ничего уже не делать. Ничего уже заразиться у нас не может. Ничего выкидывать, сжигать не нужно. Вот. Но если мы хотим как бы сберечь, то мы убираем, да. А если мы не боимся, что у нас будут все кусты в мозаике? Да, вот что я еще хотела сказать. На самом деле определить вирусный пион у вас или нет, можно только в лаборатории, по сути-то своей. Потому что есть болезни, там, например, какая-то нехватка питательных веществ, они тоже могут давать эти похожие пятна. И мы, в общем-то, не специалисты, очень сложно в этом разобраться. Поэтому вот так вот сразу, что если вы увидели какое-то пятнышко, кричать, что у нас вирусный пион, надо за ним понаблюдать. Угу. Может быть, отсадить куда-то, если у вас действительно ценная коллекция, и посмотреть на него. То есть, возможно, это и не вирус? Может быть, да, да. Он может выглядеть как мозаика, но... Ну, он похож. То есть, могут быть... Мы же говорим о том, что мы увидели пятна на листьях, да? И не специалисту достаточно сложно разобраться, какое это... Потому что их... И вирусов-то, по сути, большое количество. То есть они тоже все разные, собственно говоря, поэтому чем... И каждый раз новые. Да, и каждый раз. Возможно, будет какой-то COVID-19 на пионах. Все может быть. Да, не сегодня, а завтра. Ну вот смотри, значит, грибные заболевания, это у нас ботритис. Да. Это мы лечим... Ну, где-то, да. Медисодержащими препаратами. Да. С мозаикой вообще или выкидываем? И нет препаратов на сегодняшний день. Ну, то, что я знаю, практически нет препаратов, которые бы помогли от вирусного заболевания. Есть какие-то насекомые, которые вредят пионку? Да, может такое быть тоже. Да. Но это мы обрабатываем, как, по сути, любые вишни, сливы и так далее. Ну, тоже. Какого-то у них своего личного такого пионового жука, врага, да мошки нет. Может быть, еще ржавчина, но достаточно редко встречается. Вот у меня, во всяком случае, в саду на пионах может быть ржавчина, гриб тоже может на пионах быть. Ну, в общем-то, тоже мы берем противогрибковые препараты и опрыскиваем. То есть это уже как но бы вообще, такой не бич. Вообще, если вы, да, на самом деле, в общем-то, я хочу сказать, что уж так сильно пионы не болеют. При правильной посадке, при хорошем уходе, они достаточно долго растут и с хорошими, здоровыми листьями. В этом году, кстати, многие жалуются, что листья немножечко как-то потеряли форму, они стали какие-то сжатые. Мы тут рассматривали, там даже вот если вы посмотрите на внутренней стороне листа, там капельки воды под тонкой кожицей. Мы, в общем-то, склоняемся к тому, что это такие жесткие погодные условия, которые были у нас весной. Может быть, вот так вот пионы себя ведут. Немножечко его скрутило. Да, поэтому не стоит уж так сильно переживать. Надо дождаться следующего лета. Я надеюсь, все будет хорошо. То есть это временно, да, ну, это как погода. Как говорится, у садоводов всегда виновата во всем погода. Ясно. Что еще хотел спросить про пионы.
Вот ты сказала по поводу ржавчины. Ну, с ржавчиной можно бороться тем, что мы отрезаем лист с ржавчиной и про ржавчину? Профилактика. На самом деле, понимаешь, уже да, ну, мы можем обрезать листья, но все равно нужно обработать при этом куст, потому что споры никуда не деваются, при обрезке мы их только больше распространяем, поэтому лучше обработать для профилактики. Ну вот ты знаешь, да, что вот начинается тоже такая история с пионами, когда уже август, у пионов начинают краснеть листья, многие скорее быстрее пошли, грибы пошли, мы за грибами в лес, грибы на пионах вырубают куст под корень, потому что ну, листья уже не нужны. Это правильно или нет? Ну смотри, листья нужны для чего? Для того, чтобы все питательные вещества, которые накопили листья зимой, осенью ушли в корни, в корневище, и тем самым пион, чтобы хорошо перезимовал, и на следующий год стал опять отрастать, да, и цвести. Поэтому нам, конечно, нужно как можно дольше сохранять здоровый зеленый лист. Я подчеркиваю, здоровый. Поэтому если у нас, конечно, куст очень сильно болеет, и там уже от здоровых листьев ничего не осталось, то, естественно, лучше такие кусты обрезать, даже, может быть, это и конец августа. Но бывает ошибка, я вот с этим тоже сталкивалась, что бывают такие садоводы, которые как только пионы отцвели, да, они обрезают листья. Это категорически делать нельзя, вы тем самым ослабляете куст, очень сильно ослабляете, и ну, подчас вы лишаетесь цветения на следующий год, потому что пион еще не выполнил свой жизненный цикл целиком. Ну и у него же еще цветочная почечка закладывается, конечно, где-то у основания листа. Конечно, после цветения, я еще раз говорю, это вот как раз то время, когда закладывается цветение следующего года. Поэтому мы должны их обязательно хорошо покормить, хорошо поливать. И, в общем-то, не забывать. Вообще, ты как-то скашиваешь на зиму? Вот что ты делаешь с ботвой по осени? Обрезаю. Когда? Обрезаешь. Когда? Очень коротко. Пенечки оставляешь или прямо под уровень нужно земли? Не, да, под уровень земли нужно обрезать. Это все обрезать. Ну, Наташ, на самом деле, одна из самых страшных, неизлечимых болезней многих пионов — это то, что они жутко разваливаются и валяются. И что люди только не делают, чтобы вообще поставить их на ноги, с колен поднять их буквально. И я думаю, что ты нам тоже выступишь как эксперт и расскажешь нам в следующем отдельном ролике, как поставить пионы на ноги, чтобы они выглядели красиво, чтобы подпорку было не видно и, возможно, чтобы ее можно было бы сделать своими руками. Вот. И еще я хотел с тобой поговорить вот про это замечательное растение, которое стоит сзади нас. Я впервые такое вижу. Я думаю, что мы запишем для вас отдельный ролик про вот этот вот прекрасный куст. До свидания. Смотрите канал Европлант. Всего хорошего. До свидания.